Експлуатація автівок із номерами ЄС законна лише для гостей країни та для українців, які оформили документи на тимчасове ввезення. Про це кажуть представники митної служби. Станом на 2017 рік в Україні знаходиться майже 600 тисяч таких авто. А останнім часом побільшало випадків, коли правоохоронці дізнаються, що транспортний засіб оформлений не за правилами. За нерозмитнене авто водій може отримати штраф, який складає 300% вартості транспортного засобу. Тож, державні службовці нагадують, згідно із Митним кодексом, експлуатація автомобілів із закордонними номерами дозволяється лише резидентам, які в'їхали на ньому в Україну. Передача у користування іншим людям такого транспорту заборонена. Для громадян України тимчасове ввезення автівок можливе, але треба сплатити всі необхідні податки. А щоб оформити автомобіль із іншою країною приватну власність, процедура дещо інша. Транспортне средство, ну, которое наш гражданин планирует вести, декларируется предварительно таможенному органу по месту жительства. Предварительно до момента ввоза транспортного средства подается и оформляется предварительная таможенная декларация, платятся таможенные платежи. После этого, значит, он имеет право ввозить это транспортное средство. Навнушали нашим гражданам Украины о том, что, ну, вот, ребята, это классная тема, машины на литовских номерах, это теперь будет ваша машина. То есть те, кто начинает разбираться в тонкостях, они понимают, что это ни в коем случае не будет вашей собственностью. Хоть вы там за нее много денег заплатите, это не ваша собственность. Вы пользователь этой машины. То есть, ну, человек как бы внушается, говорит, да, это мой автомобиль. Поэтому при тех случаях, когда останавливает, например, автомобиль, либо так получилось, что у вас там вот таможенная служба нашла, так называемая. И когда граждане Украины говорят, это моя особистая власність, и я ей пользуюсь, то они уже идут в нарушение. Они уже должны понимать, что они идут в нарушение, и они будут оштрафованы.